Здравствуйте, я Лысенко Елена, тренер по фейсбилдингу онлайн-школы Евгения Баглы в городе Харьков. На часто задаваемый вопрос, поможет ли вам фейсбилдинг в период похудения сохранить лицо упругим и подтянутым, я отвечу «да», конечно же. Что происходит в период похудения? Ваше лицо также худеет, появляются негативные изменения, плывет контур, шея становится более дряблой, да, опускается центр. Чтобы этого не происходило, в этот период вы включаете тренировки мышц лица. Только упругая и подтянутая мышца позволит сохранить вашу кожу такой же упругой и подтянутой мышцы. Это каркас вашего лица. Если же вы уже похудели и увидели негативные изменения, вы также включаете тренировки мышц лица и добиваетесь желаемого результата. Для того, чтобы ваш результат закрепился, вам необходима регулярность. Каждодневная работа над собой, сделайте это в удовольствие. Это незаменимые тренировки, которые приведут вас к желаемому результату. И этот результат, он останется с вами навсегда, надолго, он не исчезнет. Выполняйте тренировки с удовольствием, достигайте результатов, делитесь своими результатами. Если вам понравилась эта информация, она была для вас полезна, вы ставьте лайки, подписывайтесь, и мы всегда с вами на связи. Вы можете задавать любые интересующие вас вопросы, на которые мы с удовольствием ответим.